Добро пожаловать на наш YouTube-канал HardTestInfo. В данном видео я вам расскажу, как разрешить установку из неизвестных источников на устройстве Infinix Note 40 Pro Plus. Для этого зайдемте в меню приложения и выберем приложение настройки. После этого прокручиваем вниз до пункта управления приложениями и нажмем пункт специальный доступ для приложений и нажмем также установка неизвестных приложений. Тут выберем сайт, с которого будет разрешено скачивание или загрузка ваших приложений, и нажмем тут разрешить из этого источника. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч.